Всем привет, меня зовут Фил. Мы находимся в Байкленде на Каширском шоссе. Я хотел бы рассказать о наших российских подшлемниках нашего производства. У нас 4 модельки. Есть шапочки кроссовые, есть туристические с виндстопером. Нижняя часть горла не продувается, верхняя часть утеплена. Открытие-закрытие сезона проходит на ура. Также самые популярные модели – это стандартные хлопковые подшлемники, всеми любимые, всеми используемые, так скажем. И есть шелковые, менее растягиваются и очень удобно залезать в каску, соответственно. Я лично для себя понял, что если прям сильно жарко, я использую шелк, в нем более комфортно, он влагоотводящий, хлопок. Я использую на вечер, прохладную погоду. Ну и так далее. Это уже сугубо индивидуально, то есть кто-то любит хлопок, кто-то шелк, кто-то чисто шапочка, кто-то вообще ничего не использует. Ну, зря, соответственно, чаще будет стирать шлем. Также у нас очень демократичные цены. Если посмотреть на ценник и сравнить с соседними ларьками, мы гораздо выигрываем.